Всем привет, братишки, с вами Злом. Тут такая неплохая новость вышла про Evolve. И, ну, нет никаких обновлений, не про что рассказывать, но могу сказать, что будет свободный доступ в игру на выходные, типа Free Weekend, Meteor, Glyph и еще больше. Расскажите своим друзьям. Ну вот, я вам как раз и рассказываю. Соответственно, у нас вот здесь написано Windows PC. Получается, 3 сентября начинается этот ивент, и заканчивается он 7 сентября. Узнал я только сейчас на Ютубе, не знаю, если вы не подписаны на официальный канал Evolve, то вы, наверное, об этом не знали, но вот узнал я из этого видео. Fire, abductions, where'd the monster go? Where'd the monster go? I don't know, he's right behind you. Blah, and there's your life. Blood all over the floor. Picking off your teammates one by one until it's just you, you little bitch. I'm sniffing you out. I'm sniffing you out. Pick them off one by one. No one's gonna stop you. Where am I? Above you. No, I'm below you. No, I'm inside you. The monster is inside you. Breaking legs, ripping spines out and jamming it down their throats. Killing them. One by one. Маленький перевод. Monster inside you, значит, монстр внутри тебя. Долбаные, блять, вы педики. Ну, в любом случае, если у вас нет Evolve и вы хотели бы попробовать в него сыграть, то у вас будет аж целых 4 дня. Ну или 3. Ну, короче, вы в курсе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.